кто нахуй. В слове кто 3 буквы. В слове нахуй 5 букв. Интегрируем цифры 3 и 5. Получается число 35. Статья 35 Уголовного кодекса Российской Федерации – это совершение преступления группы лиц. Мы нахуй. Это группа лиц, кто нахуй? Группа лиц. Лицо. У кто нахуй, предположительно имеется наличие лица на его голове, но мы, к сожалению, с точной достоверностью не можем это утверждать, поскольку на данной фотокарточке присутствует только его затылок. Затылок рифмуется со словом тетрагидроперонил, циклопентил тетрагидроперидопиридиновый ютырок. Но как это связано с иллюминатами? Сейчас я вам все расскажу. Кто нахуй говорит кто нахуй, потому что другой кто нахуй назвал его тетрагидроперонил, циклопентил тетрагидроперидопиридиновым ютыроком. А тетрагидроперонил, циклопентил тетрагидроперидопиридиновый ютырок — это не кто нахуй, ведь кто нахуй — это кто нахуй. А кто нахуй и кто нахуй — это мы нахуй. А мы нахуй, который тетрагидроперонил, циклопентил тетрагидроперидопиридиновый ютырок, это тетрагидроперонил, циклопентил тетрагидроперидопиридиновый ютырочный мы нахуй. Если рассорить мы нахуй, то кто нахуй и второй кто нахуй распадутся. А если предположить, что у кто нахуй была она нахуй, который увел его лучший кто нахуй, то кто нахуй объединится в мы нахуй с целью расправы над бывшим лучшим кто нахуй, вследствие чего подпадет под статью 35 Уголовного кодекса. Если это случится, то кто нахуй, который убил лучшего кто нахуй, сядет в тюрьму, а лучший кто нахуй умрет и станет никто нахуй. Кто нахуй умножить на никто нахуй будет ноль. У иллюмината глаз в форме нуля. Кто нахуй подтвержденный иллюминат? Доказано.